розпочинаємо триденні курси по тематиці методики монтажооптичних розгінів неонлабораторному кадру. Порядок роботи наступний. Перший день з вами будуть проведені теоретичні навчання. Проводити їх буде доцент кафедри телекомунікаційних технологій Марков Сергій Ефимович. Завтра, на другий день, будуть проведені з вами мастер-класи компанії TAEK Electronics з тими технологіями, які вони впроваджують на цей час. Третій день мастер-класи та практичні заняття будуть проводити представники фірми Opticom. Для введення в тематику наших занять слово надається професору кафедри телекомунікаційних технологій, професору Катку Віктору Борисовичу, головному раднику з науково-технічної політики у Укртелекому. Будь ласка, Віктор. Я хотів кратко розказати, зачем проводяться ці заняття, де практично використовується отонічування кабелей. И немножко вас ввести в те вопросы, что творится в мире с этим направлением. И обосновать, почему именно так мы построили эти курсы. Ограничивание одноволоконных кабелей в полевых условиях используется все более часто. Это вызвано тем, что волоконно-оптические сети пришли к абоненту. То есть мы начали делать оптические сети доступа. И вы знаете, что основное инвестирование Укртелекома на следующий год это, наверное, FTTH-сети, FTTB-сети, которые мы будем строить для того, чтобы дать широкополосный доступ нашим клиентам. Оптический кабель должен работать 30 лет, ну, желательно не меньше. Мы сейчас этот вопрос изучаем в Международном союзе электросвязи. Те кабели, что у нас лежат в Укртелекоме 95-96 годов производства, которые уже 20 лет отработали, у них нет совершенно ухудшения оптических характеристик. Они, конечно, стареют. Я образцы волокон каждый год беру, отправляю в Италию. Может, первый кабель мы брали у компании Pirelli, сейчас это Prysmian. Конечно, пластиковая часть оптических кабелей стареет, полимеры стареют, но со стеклом все благополучно, затухание на том же уровне 0,2 децибела на километр, на длине волны 15-50 нанометров, в основной длине волны, на которой мы работаем. То есть тут все более-менее благополучно, мы более оптимистично смотрим на жизнь, на будущее нашей транспортной сети. Что касается этих разъемов, зачем мы используем ограничивание кабеля? И немножко я несколько слов расскажу. Тут наши коллеги есть из Держспецгазпу, эволюцию этого вопроса, как вообще мы им занимались. Я являюсь вице-президентом 15-й исследовательской комиссии Международного союза электросвязи, то есть я еще работаю в Геневе. Последние 30 лет представляю Украину, и вот эти стандарты по волокнам, кабелям, пассивным компонентам, в частности и по разъемам, идут через мою подпись. Как только оптика стала массовым элементом, понадобилось очень много коммутационных всяких устройств. В качестве таких коммутационных устройств начали использоваться оптические разъемы с соединителями всякими. Вот я принес оптический патчкорд, то, что называется патчкордом. На украинском языке по стандарту украинскому ДСТУ шнур светловодный съедовальный, ШСС по-русски, ШСЗ по-украински. И два разъема на конце. Один разъем LC, один разъем LC. Производство китайской компании Corning, кабель Корнинга и волоконный световод Корнинга. Ну, наверное, волокно в мире Corning Glass, это компания, которая создала первые волоконные световоды, одно из самых лучших. Вот в таком виде он поставляется, просто чтобы вы представляли. И обязательно этикетка. На этой этикетке должны быть коэффициент затухания и коэффициент обратного рассеяния, или какая энергия отражается в точке в этом разъеме обратно при подаче. Тут для одного разъема, для второго разъема. Сейчас по тому стандарту L36, что мы выпустили, уже нужно эти измерения, паспорт делать для трех длинков. И все патчкорды делаются в заводских условиях. Все типы разъемов стандартизуются международной электричеством.
электротехнической комиссии. Мы в Международном совете электросвязи только используем их стандарты МЭС, на которые ссылаемся, и пишем документы по технической эксплуатации, как инсталлировать, как измерять то, что нужно в основном на рынке телекоммуникаций, операторам телекоммуникаций. Конечно, у нас присутствуют все производители, все вендоры, поставщики этого оборудования, которые и вбрасывают драфты, вот эти проекты стандартов. Поэтому у нас ссылки идут очень широко на стандарты МЭК, где описаны сами конструкции до микрон, из чего изготавливаются, как изготавливаются конструктивные элементы и так далее. Вот я взял этикетку тоже от одного из поставщиков, и тут есть прямо, вы видите, картинки всех типов разъемов. У нас, к сожалению, это подчеркиваю фразу, на рынке связи Украины уже порядка десятка типов разъемов гуляет. Хотя, например, в такой стране, как Чехия, они остановились на одном типе разъема, и 2000, и другие разъемы не используют. Это их большое достоинство. Мы сейчас для наших волоконно-оптических сетей доступа в Укртелекоме будем рассчитывать на разъем типа LC как основной. В Международном союзе электросвязи я тоже рекомендовал, написал в одном из документов по строительству, что это наиболее эффективный разъем. В отличие от всех остальных, тут керамический цилиндр, который вставляется в волокно, имеет диаметр не 2,5 мм, а 1,25. То есть по размерам он меньше, плотность монтажа в панель, патч-панель получается выше, и во-вторых, тут достоинство, что есть очень эффективная защелка. Если этот разъем ставить, защелкнут, то его уже обратно не так просто выдернуть. Если мы его поставим у клиентов, мы розетку планируем ставить где-то недалеко от плинтуса, и так, чтобы разъем включался вниз, чтобы нельзя было ребенку потом случайно посмотреть на оптическое волокно, там все-таки невидимый свет, и нехорошо и будет, если он в глаз попадет. Ну и эта защелка, ее поставил, значит, выдернуть уже не так просто. Во всяком случае, ребенок не сможет, или собачка, или кошечка, они не смогут выдернуть этот разъем. По этому же пути пошел целый ряд европейских телекомов. При измерениях оказалось, что вот по чпорту у вас есть разъем MSC, а мерить надо прибор, где стоит, или устройство, где стоит разъем LC. И надо в полевых условиях срочно сделать патчпорт, чтобы с одного конца был один тип разъема, с другого конца другой тип разъема. Во-вторых, пришли патчпорты длиной, скажем, 2 метра. А вам понадобилось какие-то подключения сделать в кроссе патчпортами длиной 3-4 метра. И вот они нужны сейчас, сегодня, завтра для проведения какой-то коммутации, а патчпортов готовых заводских нет. Пока они придут с завода, нужно быстро сделать заводские, в лабораторных условиях, в ЛАЦе, в подсобных комнатах вот эти патчпорты. И появилась технология вклейки. Технология заклеивания волокна заключалась в чем? Вот этот феррум был, это керамический такой цилиндр. В этом L36 регламентируется радиус этого цилиндра. Если контакт физический PC, то есть разъем, в котором два волокна вклеены в эти цилиндры, касаются здесь физически, называется PC контакт, то радиус меняется от 5 до 30 мм по стандарту. Если у нас физический контакт Englet, вот так, попробую его, ну вам потом Сергей Ефимович красиво покажет эти картинки, я просто сейчас предварительно показываю вот этот угол по отношению к вертикали 8 или 9 градусов. В старом стандарте у нас было еще 7 градусов, но мы уже убрали, только 8 или 9. Вот они вклеиваются, это уже будет APC контакт, Englet. И надо вклеить волокно вот в разъем для того, чтобы получить оптический разъем в полевых условиях. Для этого брался феррум, в этот феррум вставлялся волоконный световод, попробую нарисовать более крупно этот феррум. В это отверстие диаметром 126 микрон вставлялся волоконный световод диаметром 125 микрон. Потом был специальный скалыватель,
Конечно, он должен быть из искусственного бриллианта, но он делался из твердых материалов, еще твердых сплавов, и делался скол. Этот скол получался таким, старались сделать, чтобы немножко выглядывал кончик волокна из феррула. Вот здесь между волокном и внутренней поверхностью отверстия феррула, которое всего лишь на 1 микрон больше диаметра волокна, специальным шприцем через специальные установочки поставлялось немножко клея. Этот клей полимеризовался под действием ультрафиолета в специальных печках. И вот в печке выдерживали этот разъемчик, этот феррул. Клей полимеризовался, хорошо схватывался, и получалось вот такой кончик феррула с волоконным световодом. Дальше надо было его полировать, шлифовать, как угодно можно это назвать. То есть был цилиндр, в этой керамическом, как правило, цилиндре на водонышке клали специальный другой цилиндр из материала, который обеспечивал полировку. Капалось немножко специальной пасты, ну, мы брали в Харькове в свое время пасту Гои. Здесь, в этом корпусе, мы так шлифовали, делали разъемы, достаточно много их делали. И руками была оправочка такая, ну, оправочка тоже цилиндр, куда вставлялся вот этот волоконный световод. И восьмиобразным движением мы по этому диску водили, шлифовали, смотрели в микроскоп, что хорошо, плохо. Меняли вот эти диски, ну это как вам сказать, аналог наждачной бумаги, не грубая, я говорю, аналог наждачной бумаги, более грубой, средней и мелкой. И вот так полировали, пока не получалось хорошее соединение. Конечно, потом в оголовничек разъема, вот в сам корпус, вот этот хвостовичок, видите, сбоку в разъеме, мы вставляли силовые элементы, которые в желтеньком кабеле были, кевларовые или твороновые нити. В Украине мы используем тварон, американцы используют кевлар. И заделывали вот этот феррул в разъем. Получались такие пачкорды. Конечно, они хуже, чем заводские условия. Конечно, после шлифовки получалось не идеальное соединение. Конечно, затухание и прямое, и обратное не всегда соответствовало норме, но можно было за день сделать этих разъемов десяток и закрыть текущие какие-то моменты. Ну, у этих разъемов получалось очень много недостатков. Если нарисовать такой вид феррула, то здесь вокруг волокна тот клей, который был вокруг волокна, иногда вылазил за пределы волокна, и волокно само получалось не по центру, какой-то эксцентриситет. Сказать, что, например, вы покупили 10 разъемов, что все 10 получились, я не могу. Как правило, 2-3 уходили в брак, то есть не получались удовлетворительными характеристиками. Выбрасывать приходилось, а ведь за эти все разъемы платили в валюте, Украина их не производит. Я хочу рассказать, что сам феррул, вот этот керамический, делает, это патент японцев, и специальные керамики делает всего 2-3 компании в мире. И они вот это отверстие диаметром 126 микрон выжигают лазером, это специальная хай-тек, очень специфичная технология, поэтому приходится покупать за валюту иностранцев. И самое неприятное, что вся вот эта технология требует огромного дорогого измерительного комплекса. Ну, сделали вы пачкорд, а дальше что? Метод натыка включать его в аппаратуру, аппаратура может быть ответственная, дорогая и так далее. Что такое минус 45 децибел обратного затухания? Это же огромный диапазон. То есть это синхронный детектор. У нас в этом корпусе мы делали оптический ответвитель и синхронный оптический детектор, который позволял промерять до минус 60 дБ. Это очень дорогое устройство, очень дорогие оптические приемники с усилителями и так далее. Ну и для того, чтобы контролировать торец феррула, надо иметь не только микроскоп. С микроскопом вы увидите грубую грязь. Ну вот если я нарисую крупным планом волоконный световод, там, сердцевина, вот на модово 9-12 микрон геометрическая, многомодово 50 или 62,5, а диаметр всех волокон 125 микрон.
то вы увидите, ну, здесь какие-то загрязнения, вы увидите какие-то царапины крупные и так далее. А если, например, волокно немножко провалено в отверстие, вот само отверстие ферла, а волокно скололось так, что здесь получилась ступенька внутренняя, вы ее не увидите в микроскоп. То есть для этого нужно 3D-изображение, так называемые интерферометры. Ну, если время останется, я вам покажу картинки этих интерферометров. У меня есть, у нас в Укртелекоме есть такой интерферометр, мы его купили. Ну, мы оплатили разработку авиационному университету, они разработали, сделали для нас, купили. Эти интерферометры, рефлектометры, тестеры, вся эта измерительная техника очень дорогая. И к этой всей технологии нужно, казалось бы, там, можно ее относительно недорого купить за пару тысяч долларов, но дальше к ней нужно купить огромный хвост измерительной техники, интерферометров и измерителей качества. В результате эта технология особо не прижилась. Она производится, для некоторых лабораторий она приемлема. Вот ядерщики ее хорошо используют, у них много сейчас стало всяких оптических соединительных устройств. Но в телекоммуникациях, где нужно контроль качества и хорошие соединители, она не прижилась. То есть она здесь не прошла. Вообще, я, честно говоря, проповедую философию, что плохих технологий не бывает. Все технологии имеют свою нишу. Каждая разрабатывалась под конкретную задачу. И вот та задача, под которую она разрабатывается, там она оптимальна. То есть вот такая склейка была, она имела определенный период жизни, использовалась, но в телекоммуникациях не пошла, потому что вот эта заклейка, заделка в разъемы волокон потребовала огромного количества измерительной техники, дорогостоящей, у операторов телекоммуникаций, как обычно, всегда денег не хватало. Поэтому пошли немножко по другому пути. Какой второй путь был эволюционный? Второй путь уже был готовый разъем с ферлом, с заделанным волоконным световодом, был корпус этого разъема большой. И внутри этого разъема было такое отверстие, куда мог вставиться волоконный световод. И вот в этом месте, в этой V-образной канавке, было немножко иммерсионной жидкости. Иммерсионная жидкость – это гель с таким же коэффициентом преломления, как коэффициент преломления стекла, из которого сделан волоконный световод. И в эксплуатации, в телекоммуникациях инженеры, электромеханики должны были в волоконном световоде сделать хороший скол, в волокне вставить его сюда и специальной пружинкой зажать. Конструкция этого разъема была так придумана, что какая-то пружинка была, V-образная канавка, вот она очень часто в оптике используется, сюда вставляются волоконные световоды и что-то сверху их зажимает. И получалось хорошее механическое соединение, то есть волокно сюда двигалось, если скол был не идеальный, скажем, второй волоконный световод, который мы скололи в полевых условиях, был не очень хороший, здесь были какие-то механические неоднородности, то заполнение иммерсионным гелем позволяло все это сгладить, и потери получались достаточно маленькие в таком разъеме. То есть важно было сделать хороший скол, аккуратненько его вставить в разъем, сделанный на заводе, и зажать эту пружинку. Вот этот гель, как декларировали компании, ну, в частности, лидером по созданию этих иммерсионных гелей была американская компания 3M, не сохли до 20 лет. Ну, я действительно сам проверял методами ускоренного старения в Соединенных Штатах на их оборудовании. Действительно, 15-20 лет они не должны были быть сохнуть. Второе достоинство, вот мы использовали эту технологию в Укртелекоме на первичной сети, ну, можно было этот разъемчик использовать 2-3 раза. То есть взяли пружинку, разжали, снова покрутили волоконный световод, вставили, сделали, проверили, там улучшили затухание. Либо один волоконный световод вынули, на его место вставили другой. Конечно, по инструкции по эксплуатации этого нельзя делать. Конечно, это разовое применение, но реально мы такие разъемчики до 5-6 раз ДПМ использовали. Потом, конечно, этот исчезал. И мы нарушали все законы природы, но когда нет денег, все это дело работало.
Вот такая технология с иммерсионным гелем, она сейчас используется на сети во всем мире достаточно широко и активно. Ну, самое чем отличаются разъемы разных производителей, это механизмом, который зажимало это волокно, которое вставляли в направляющую канавку, то есть волокна. Иммерсионный гель, как правило, делают 2-3 компании в мире, и все в них покупают. Ну вот японцы производят, Фурукава Электрик производит, Сумитомо Электрик производит этот гель. Я на Фуджикуре пользовался гелем, который делала Сумитомо. Очень хороший гель, который тоже не сохнет, имеет коэффициент преломления близкий к коэффициенту преломления стекла. Сейчас эта технология широко используется в мире, я думаю, что Октакон вам об этом расскажет, когда будет делать презентацию. Третья технология, которая пришла и на сегодняшний день самое распространенное в мире, это разъем, как и в прошлом, делается на заводе, очень качественно, полируется, то есть заделка волокна ферру делается только в заводских условиях, но из этого разъема, из ферла, нарисую его, ну, сам ферл рисую, корпус разъема наружу, торчит кончик волокна. Вот ферл закончился, из него торчит кончик волоконного световода, и сам разъем имеет внешний корпус. Вот этот кончик волоконного световода с помощью сварочного аппарата, он лучше в мире сварочный аппарат стоит, вот сюда подваривается волоконный световод нашего кабеля, который мы используем в технике связи. То есть самое главное вот на волоконном кабеле выделить конец волокна нужной длины, как правило это порядка 15 мм, тоже сделать качественный скол в полевых условиях и с помощью сварочного аппарата сварить. В этом случае, как правило, сварка дает затухание не хуже 0,1 дБ. То есть вы знаете, что разъем с заводскими характеристиками, обратное рассеяние лучше, чем минус 45, прямые потери при контакте не хуже, чем 0,2 дБ. И при качественной сварке получился очень и очень хороший разъем. Дальше одевается этот корпус разъема, резиновое окончание, вот этот хвостовик, который мы с вами смотрели, вот он натуральную величину. Внутри кабеля есть кевларовая или твароновая нить. Кабель закрепляется внутри вот этого хвостовика и получается вполне приличный разъем. Такая технология тоже существует. Сейчас она в мире достаточно распространена. Но у каждой технологии есть ну, есть недостатки и так далее. Где нужно оконечивание кабеля массово в больших разъемах сейчас на рынке телекоммуникаций? Как только мы пришли к технологии FTTH, волокно до квартиры пользователя, Fiber to the Home, FTTH, мы пришли с вами в квартиру пользователя. Производитель эту технологию создавай. Фирма Тайка, Тайка Электроникс, потому что Тайка это огромная корпорация, транснациональная, подразделение, которое занимается телекоммуникациями, называлось TE Connectivity. Они сделали коробочку, которая одевалась на шею монтера. В этой коробочке делался скол прямо на поверхности коробочки, здесь было механическое соединение, вот такой преинсталлированный разъем, и он одевался прямо в этой коробочке на лестнице, если нужно было, в полевых условиях никаких проблем не было. Аналогичное устройство было у фирмы Corning. Ну вот я с ним работал в Соединенных Штатах, там по их стандартам коробка, где вводится оптический кабель в частный дом, всегда должна быть на стене. Там в квартиру пользователя входить нельзя. Все, что за коробкой, уже оплачивается отдельно, это отдельные компании, это уже не операторы телекоммуникаций. Коробка висит на доме, ну, закрыта, если в сельской местности вы посмотрите, коробки, в которых там электрические счетчики платят, ставятся, они тоже уже часто где-то отдельно, не внутри дома, а на доме. Вот такого типа коробка с более аккуратная, с IP-кодом, все как положено, защита от окружающей среды. И вот кабельщик-линейщик должен подойти и подключить оптический кабель к этой коробке. Кабель стоит деньги, его экономят, он кабель подтянул, и дальше ему нужно на этот кабель одеть разъем. И он начинает одевать этот разъем. Так Корнинг придумал машинку, она ставилась на ладонь.
туда вставлялось волокно, нажималась кнопочка, первая операция там делается с полу. Если светодиод включался зеленый, значит он все операции делал правильно. Если светодиод включался красный, значит он какую-то операцию пропустил. Они придумали вот этот F-Light, новый тип разъема. Его особенность заключается в том, что при соединении волокон уже иммерсионной жидкости нету. Они делают высококачественный скол. То волокно, что идет от водноволоконного станционного кабеля, оно немножко поджимается, пружинит, и получается хороший механический контакт с тем волокном, которое уже есть в разъеме. Разъем, конечно, весь делается на заводе, то есть вся заделка идет заводская. Ну вот это является вершиной того, что сейчас придумали на мировом рынке. И вам Тайка это покажет завтра, вы все поработаете. Они делают такую оправку, куда вставляется волокно, делается скол, и в этой оправке уже потом механическое соединение с разъемом, который сделан на заводе. Отсутствие иммерсионной жидкости, вот такой пружинящий контакт, поджимание небольшое, обеспечивает хороший оптический, физический контакт. Ну и самое главное, повлияло на цену этого разъема. Пока у нас цены от Тайка в Укртелекоме окончательно нету, но мне по секрету сказал, тоже не для распространения, может вам само Тайка расскажет. Молдавский телеком, но мы работаем с европейскими телекомами, особенно по Восточной Европе. И, кстати, к нам обращаются за информацией в основном. Что они сейчас купили у Тайка, у своего отделения Тайка молдавского, 26 тысяч вот таких разъемов. Они строят сети в ТТХ очень активно, вынимают медные кабели, на их место ставят оптические. И вот они такую технологию оконечивания волокна сделали. Где оно у нас будет использоваться в телекоме, я просто уже делаю акцент на Укртелеком, чтобы вы представили, как мы планируем это все использовать и зачем мы запускаем это на сеть.
и свои методики фирмы Zeiss Electronics представят представители компании. Прошу любить и жаловать. Попрошу задавать побольше вопросов, проявлять побольше любознательности. Антон Юрьевич, прошу вас. Представлюсь, я инженер технической поддержки компании Укроп Онлайн, которая является официальным дистрибьютором компании Tight Electronics, или новое название TE Connectivity было когда-то, или, если может кто-то знает, Райхен название, может кто-то слышал, да, эти все вещи. Да. Сейчас с августа этого месяца отделение телекоммуникаций было выкуплено. Компания уже Комскоп уже называется, то есть очень много различных названий, но в принципе продукция осталась та же, решения все те же, ничего не поменялось. Завод как есть, так и остался. Находится завод, с которого мы, наша компания непосредственно завозим оборудование, в Бельгии находится. Вот, то есть производство достаточно серьезное. Наша компания занимается, в общем-то, завозом не только оптики, то есть медножирные различные решения Райхена. Возможно, слышали фирма или муфта Ксана, так называемая, вот, медножирная. Различные соединения для медножирных кабелей и так далее. Вот. Но сегодня немножко я подготовил такой учебный материал. Вот, об особенностях строительства, понятно, не медножильных сетей, поскольку там все просто и уже, наверное, во многих странах мира уже забыли вообще, как выглядит эта медь, поскольку отказались полностью от меди, сейчас все на оптике строится. Вот, поэтому какие есть особенности строительства, как последние мили, вот, о чем сейчас очень многие все говорят, вот, во всем мире, в принципе, это уже пройденный этап. В Украине есть только какие-то отдельные объекты, которые строятся именно по технологии FTTH, волокно в дом. Массового строительства, к сожалению, пока нету. Ну, все упирается, конечно же, бюджет, деньги. Это все очень дорого в данный момент. Так, где у нас есть оптика, понятно, это магистральные линии в достаточном количестве. Вот, и городские линии, то есть тоже сейчас по возможности, насколько я знаю, все новое строительство строится только на оптике. Ну, начну я. Есть включатель? Хорошо. Что вообще подразумевает, я думаю, вы знаете, да? Волокно в дом. Что это такое? То есть, по сути, это станция, как мы привыкли понимать, АТС, да, где стоит кросс высокой емкости, к примеру, показываю, да, в который входят, скажем так, магистральные кабели, разваривается это все дело, да, и как бы подключается непосредственно уже как бы та сеть, которая идет к абоненту. Вот. Это так называемый станционный сегмент. Станционный сегмент. Но это не только шкафы, да, пассивные, да, соответственно, ставится обязательно активное оборудование, без него никуда. Это, в принципе, львиная доля всего, всей, вернее, сети FTTH, то есть по бюджету. То есть получается там порядка, наверное, 70-80% по стоимости это все активное оборудование. Все остальное пассивное, это как бы кабели, муфты, какие-то устройства пластиковые, то есть это абсолютно не имеет никакой стоимости, да, в зависимости или в сравнении с оборудованием. Дальше после станции, соответственно, идет магистральный сегмент. Это, в принципе, переход, да, с шахтной, в шахте переход с магистрали на негорючку со станционного кабеля. Да. Дальше пошла магистраль. Идут стандартные муфты, если имеется в виду городская сеть, то есть это обычно прокладка в канализации, устанавливаются обычные муфты, вот как тут показано, тоже сегмент типа ФОСК, тоже муфта достаточно очень старая, вот, но на сети, в общем-то, достаточно хорошо себя зарекомендовала, применяется достаточно активно. Сейчас очень много появилось китайских муфт таких же ФОСК, и, в общем-то, из-за чего они появились, поскольку, конечно, стоимость их в разы дешевле, чем оригинальные ФОСК. Вот, но
как бы понятно по качеству. Опять же, есть Китай разный, есть китайский получше, есть похуже. Вот, но насколько я знаю, что магистральные сети, то, что прокладывается в земле, вот, берут в основном оригинальные кокосы, поскольку, ну, в общем-то, серьезные магистрали боятся строить на дешевом каком-то оборудовании. Вот. Городские сети какие-то там, ну, бывают, да, однодневки, двухдневки, то есть компании, которые построили сеть, через там, год своей работы просто ее свернула. Ну, вот. Ну, для таких целей, конечно, китайский ВОСТ вполне как бы подходящее решение. Вот. То есть магистральный сегмент, понятно, да, это основные как бы наши представители семейства. Дальше от магистрали, соответственно, нужно делать какое-то ответвление в непосредственно скопление абонентов. То есть это какие-то районы. Ну, соответственно, ставится тоже распределительное устройство, это уже идет распределительный сегмент. Ну, вот, там уже идут немножко, опять же, другие немножко похожие муфты, чем пост, но можно посмотреть, в принципе, вот они. Это распред. Распред. Одна муфта, распред вторая. Светомагистраль, это уже распред. В чем отличие? Ну, я думаю, видно, да? Если у нас магистраль, идет стандартная кассета ФОС, где мы просто сварили и забыли. То есть мы магистраль уже не лезем. То есть мы, как правило, ничего не добавляем, ничего не убираем оттуда. Волокна как сварились, так и остались. Здесь же уже идет немножко другая технология. В распред муфте нужно постоянно иметь доступ. То есть мы постоянно должны что-то добавить, что-то убрать, добавить абонента, его выключить, переключить, Через воздействие на другой волок. Соответственно, ну, тут предложена система так называемая кассеты FIST. Есть, в принципе, другие, другие решения, но не важно. Идея в том, что любая кассета работает со своей группой абонентов, не затрагивая, скажем, уже подключен. То есть мы можем подключить здесь, соответственно, здесь добавить, еще добавить, Ну и плюс количество кабельных портов. Если в магистрали это не так важно, обычно идет стандартный овальный порт, который заходит вход-выход, да, ну, очень редко используется. То есть здесь количество портов, понимаете, должно быть раза в два больше, чтобы можно было добавлять постоянно кабели и, соответственно, какие-то абонементы. Есть решение здесь, видите, нет у нас образца. Ну, решение есть, вот я покажу вам, кто-то будет. Это из последних, скажем так, разработок. Что касается распред муфт, да? Вообще, как бы, во всем мире ушли уже сейчас от, ну, вернее, оно есть еще, да, термоусадка кабельных волн. На распред муфтах, конечно, это, ну, не очень удобно, поскольку бывают такие случаи, что вам нужно убрать какой-то кабель, либо в этот же порт что-то добавить. Да? То есть для этого используется механическая герметизация. То есть достаточно удобно. Вы многоразово можете любой порт, да, достать, положить кабель, зафиксировать. Точно так же через год, через два, опять же достать, опять же зафиксировать. Для этого как бы предназначены такие муфты. Это вот распред сегмент. Ну и понятно, что на распред сегменте, опять же, зависит от конфигурации сети. Я потом немножко подробнее расскажу, какие будут конфигурации. Могут устанавливаться сплиттера или разветвители. Я думаю, знаете, да, что это такое, технология разветвления сигнала. Когда, в общем-то, входящий там 100% сигнал, да, по мощности делится там равномерно, либо каким-то коэффициентом на определенное количество волокон, которые уходят уже к абоненту. Ну и четвертый, самый последний сегмент, я о нем больше сегодня поговорю, потому что магистраль, станция, это все как бы понятно. Если будут вопросы, мы потом можем там, в таком простом формате поговорить. Абонентский сегмент самый такой вот, ну, на мой взгляд, сложный. Вот, потому что существуют там десятки различных конфигураций этого абонентского сегмента. Как прокладывать, допустим, в доме, в квартире, какие ставить этажные боксы, какие
технологии использовать. То есть там очень много различных вариантов рассмотрим сегодня. Вот, то есть, по сути, это внутридомовая часть, ну, внутриквартирная. Да? Ну, внутриквартирная, в принципе, там все достаточно просто. Ставится обычная абонентская розеточка такого типа, там, попроще бывает. Ну, в принципе, на качество связи оно не влияет, поскольку задача внутриквартирной части просто завести волокно и поместить в какую-то аккуратненькую там пластиковое это изделие, да, которое как бы никакой на себе нагрузки физически не несет. Вот. Ну. Дальше просто вкратце такая может быть, не знаю, теория. Возможно, знаете это все, не знаете немножко, какие есть, в общем-то, типичные архитектуры. На самом деле, в принципе, достаточно много, но я выделил как бы основные. Вот, то, что как бы читали обычно лекции, и то, что нам читали в свое время лекции по заводе Electronics. По сути, три архитектуры, да, как, в общем-то, строятся сети FTTH. Ну, point-to-point, да, самая такая простейшая архитектура, когда точка-точка, когда одно волокно со станции непосредственно идет к абоненту. То есть это как бы очень просто. Вторая — это каскад, когда на магистрали, на сплит-сегменте ставится каскадом сплиттера. То есть, в принципе, тоже есть свои особенности, я немножко позже расскажу. Вот. И централизованное деление — это когда ставится просто один сплиттер. Вот. В любом месте, к примеру, там, в подъезде, как правило, да, в подъезде жилого дома. И к нему подводится с магистрали волокно, и этот сплиттер разделяет уже непосредственно на там, 64, там, 128 абонентов. Вот, скажем, три основных. Точка-точка, да, то есть, как написано, да, технически, конечно, идеальное решение. То есть у вас нету никаких сплиттеров, которые достаточно дорого стоят, да, то есть вы просто берете, подключаете абонента непосредственно к станционному порту в шкафу. Вот, понятно, что удобное подключение, просто идентифицировать, да, то есть вы знаете, этот порт у вас в шкафу, соответственно, это у нас там, Вася из такой-то квартиры, значит, подключен здесь. Понятно, легко очень тестировать, тоже по тестированию, потом я, может быть, отдельно, у меня есть там пару слайдов, я могу, может, перерывать, покажу. Есть тоже свои особенности тестирования, сети PON, то есть нужны определенные там, приборы и так далее. Вот. Недостатки. Да, недостаток больше получается, чем преимуществ, наверное. Вот. Ну, во-первых, очень большое количество волокон на магистральном сегменте. Можно представить себе, если у вас там 200 или там, грубо говоря, да, там надо подключить 300 абонентов, соответственно, у вас надо прикладывать кабель именно с таким количеством волокон. Ну, это понятно, что очень, очень дорого, и, понимаете, и, соответственно, и муфты нужны такие здоровенные, что тяжело. Вот. То есть, большая стоимость развертки. Это вот самое важное, как бы недостаток. Такая, да, архитектура больше подходит вот для каких-то, может быть, офисных центров, небольших. Да? То есть это не для жилых домов, это подключение каких-то офисных центров, где просто там примерно фиксированное количество абонентов. Вот, заранее известные, например, там 64 абонента надо подключить. Да, конечно, в общем-то, имеет смысл делать вот такую технологию. Каскадное деление наиболее сейчас как бы востребовано и во всем мире, в принципе, строится в основном вот по такой технологии. То есть тоже, опять же, все просто. Ставится каскадом несколько сплитов, которые, соответственно, делят постепенно как бы сигнал. Вот, то есть может быть любой сплиттер, так, на рисунке 1:4 нарисован, потом 1:8, может быть наоборот. То есть это уже сам проектировщик как бы решает, как нужно делиться, ну, в соответствии с количеством конечных пользователей и их размещением. Вот. Понятно, что небольшая уже стоимость, поскольку волокон гораздо меньше у нас на магистрали. Да? Вот. Но что здесь самое вот неудобное, то что очень сложно найти неисправность. В случае обрыва где-то в каскаде какого-то волокна, то есть если вы слышали, то есть обычное измерение делается со стороны абонента. Это как
как правило. Да? То есть очень сложно найти вот именно где, в каком каскаде, какое волокно от какого сплиттера имеет там, есть свои там особенности. Вот, поэтому это главный его недостаток. Сложность тестирования, обнаружения неисправности. Ну и опять же, когда мы уже построили такую сеть, потом что-либо как-то изменить, конфигурацию, да, достаточно тоже сложно, потому что уже как бы фиксированные есть точки с разделения сигнала, очень тяжело это как бы добавлять, что-то изменять. Вот. Ну, в принципе, как бы такая схема достаточно востребована. Ну и централизованное деление тоже очень просто, то есть это просто ставится, грубо говоря, в подъезде, подходит, где-то идет мимо дома магистраль, ответвляется одно волокно, ну, грубо примерно, да. Вот, и ставится в подвале какое-то распределительное устройство со сплиттером, и от этого сплиттера выходит уже по абоненту. То есть все достаточно просто, и тестирование простое, да, вы видите, где что может происходить с волокном. Вот. И модернизация тоже, сплиттер можно поменять на более там, сильный или там, наоборот уменьшить его коэффициентом деления. Вот. Но недостатки самые важные то, что, ну, как правило, в общем-то, ставят сплиттеры с большим коэффициентом, да, деления, а абонентов столько нет. Да, вот. Поэтому, как бы, по сути, холостую сплиттер стоит. Ну, в принципе, на будущее можно, конечно, подключать, но это нужно очень маркетинговые серьезные исследования, чтобы понимать, сколько сплиттеров ставите, с каким коэффициентом деления. Значит, ну, подробнее я просто сейчас именно хочу остановиться на вариантах строения уже коммутацию. Ну, коммутацию в данном случае в подвале. Если мы делаем коммутацию в подвале, мы используем уже бокс такого типа. Вот, в принципе, он может использоваться для сращивания, вот, но для коммутации вот, подходящий самый вариант. К нему устанавливается еще и сплиттер. То есть можно и как на магистрали ставить сплиттер, но, как правило, ставится в домовом боксе, да, в подвальном сплиттере. Вот, и, соответственно, заходит линейный кабель у нас, вот, и выходит кабель этот межэтажный нашей подкладки. Соответственно, все подключение всех абонентов происходит внутри вот этого бокса. Вы можете абонента отключить, можете подключить нового и так далее. По сути, на этаже уже какую-то коммутацию делать, в принципе, уже нет смысла. Вот. Можно посмотреть, как удобно. Тоже, значит, та же технология, бокс, межэтажный кабель и межэтажные коробочки. Тоже есть варианты, если как бы, оператор хочет делать еще какую-то коммутацию на этаже, без проблем устанавливается бокс. Такого типа, тоже можно посмотреть потом поближе. Вот наш межэтажный, здесь его развариваем. Вот, и на пиктейлы. И, соответственно, здесь у нас коммутационное поле. Дальше уже оператор может использовать любые кабели абонентской разводки просто простым включением как бы, к этажному боксу. В чем тут может быть преимущество? Ну, чтобы отключить абонента, к примеру, да, то есть оператор просто подойдет на этаж и выключит, скажем так, разъемчик, не заходя самому абоненту в квартиру, потому что, как правило, не пускают. Вот. Поэтому вот такие вот решения можно использовать. Опять же, все зависит от оператора. Кто как хочет строить, так и делать. Вот. Ну, абонентские розетки тоже я не особо хочу останавливаться. Это самое такое простейшее устройство. Как правило, вот, насколько я знаю из опыта вот, строительства, зона деятельности оператора заканчивается этажными боксами. Дальше, ну и пробрасывается какой-то кабелечек, просто выкидывается у абонента. А дальше абонент уже там сам. Либо он покупает какое-то китайское оборудование. Кстати, есть сейчас, ну не только китайцы делают, то есть совмещенная активная коробочка вместе с пассивной частью. То есть достаточно удобно, что понимаете, что оптику нужно переконвертировать, да, в электрический сигнал.
И чтобы не разделять, скажем, вот у него тут на стороне в квартире стоит там активка, а тут у него пассивка. Оно все совмещается в одно устройство, достаточно красивое, плюс абонент может сказать, я хочу там какую-то гламурную коробочку, да, то есть, ну, это же понятно, в квартире это должно быть красиво выглядеть. Вот поэтому коробочек существует там миллионы, вот, с различными там цветами, дизайном, то есть это уже как бы чисто абонентский боксик. Так, ну по дальше по подвальным боксам. Вкратце, я так просто фотографию сделал, чтобы поменьше текста было. Вот, то есть это не только вот такие, как я вот привез боксы, да, то есть существует маленький совсем боксик, там на 8 голов, там, побольше уже там на 36, еще больше, ну и максимально там на 216 волокон, то есть можно там бокс любой придумать элементарно, в зависимости от того, сколько нужно вот, подключить волокон. Вот все семейство боксов. Так, что еще я хотел? Ну, в принципе, наша компания сейчас, опять же, мы ищем какие-то решения, может быть, больше дешевые. Поэтому такие вот боксы достаточно, в общем-то, востребованы на сети, как ни странно, Укртелеком у нас. Ну, чтобы не соврать, в принципе, в месяц порядка 200 боксов вот такого типа маленького покупается, поделится, расходится. Будет там 20 называется маленький. Вот. Но все опирается, опять же, все в цену. И понятно, мы сейчас там пытаемся найти какую-то альтернативу этим боксам. Вот, ну, понимаете, то китайцы делают все, что угодно, да. Ну, не хотелось бы нам, конечно, китайские боксы поставлять в Укртелеком, поэтому там есть определенные у нас брали с собой похожие решения. Вот сейчас мы с Чехии завозим образцы уже тоже похожих боксов, поэтому я думаю, что в ближайшее время будет какая-то замена вот этой всей линейки. Вот компания Tech Electronics, слушай, ну достаточно дорого. Если раньше я работал там, в Tech Electronics, тогда понятно, что я говорил, что это самое лучшее решение, которое может быть на сети, да, независимо от того. Сейчас я как бы работаю реально с этим оборудованием, пытаясь его продать, и понимаю, что, в общем-то, эти боксы достаточно дорогое удовольствие для оператора. Может быть, для крупного оператора это ничего, как Укртелеком, там, например, там, МТС иногда берет, но мелкие операторы, конечно же, на такие боксы не могут рассчитывать. Вот, покажу еще слайдик, это я вам показывал, да, вот она автомувка магистральная, вернее распределительная. В чем ее особенность? Тоже она может ставиться вместо вот этого бокса в подвале. Это уже чисто какое-то получится сварное у нас решение. В чем особенность этой муфты? Чем она может отличаться от других, как муфта от ФОСК, например? Да? Значит, вообще производитель Tech Electronics, все новинки, да, у него все идет к тому, чтобы как-то упростить этот монтаж. Упростить монтаж, чтобы, ну, любой человек мог там подойти, любой там с улицы, да, и смонтировать этот монтаж, который даже первый раз увидел. Вот. Поэтому такая идет тенденция к упрощению. Вот. По сути, сама муфта, ну, состоит, в общем-то, из трех частей, грубо говоря. Да? То есть само основание, три части. Да? Основание, надвигающаяся часть, такая специальная, и колпак, и ключ, с помощью которого все происходит, как бы герметизация всего вот этого гелевого блока, который вот у нас здесь стоит. То есть, по сути, ничего не надо делать, никаких инструментов, никакого фена, никакого термосадки, да, ни газовой горелки, ничего не нужно. Нужно просто завести кабель, вложить его в определенный паз, ну, разварить волокна, понятно. И все. Одеть колпак и закрутить. Все, муфта готова. То есть не нужно ничего, как бы, каких-то дополнительных инструментов для монтажа такой муфты. Вкратце покажу. Опять же, это все же здесь живем. Просто фотографии по каждому элементу сети. Этажный распределительный бокс. Значит, может быть как сварной,
Мне кажется, нам не надо на этаже делать коммутацию. Ну, коммутацию. Тут два типа. Есть еще такой боксик. Это уже мини такой, как бы, сварной бокс. Достаточно, ну, тоже востребованный. Нас очень много спрашивают, такой, поскольку, какие боксы. Это гораздо больше и дороже. По сути, на 4 волокна, 4 абонента спокойно просто здесь подпаривается, вводится как бы абонентским кабелем, отключается. Ну и абонентская коробка, опять же, лучше. Тут вариантов 1000. Что еще? Немножко по новинкам боксиков. Тоже есть тенденция такая, сейчас пошла во всем мире. Уменьшить количество сварных соединений на сети. То есть для них, в общем-то, ну, работа сварщика достаточно дорогое удовольствие, то есть, насколько я знаю, да? Вот, поэтому все производители сейчас ринулись придумывать изделия, которые позволяли бы просто быстро подключать, без сварки. То есть это даже касается и муфт, это касается боксов, любых коробок. То есть идея в том, что в таких условиях уже прединсталлирован либо стаб кабель, да, специальный. Вот, то есть, по сути, монтажнику нужно взять эту коробочку, поставить ее на стене и дальше уже готовым кабелем провести его и, соответственно, опустить, где распред устройство у нас стоит, и подключить. Все. То есть, как бы, вот вся, как бы, процедура подключения абонента. То есть не нужно ни сварки, не нужно ни скалывателя, не нужно никакую проводить какие-то процедуры, плюс не нужно отдельно кабель, все уже как бы здесь предусмотрено. Наматываются катушки, вот, например, даже я вот чуть побольше, это уже такая разработка была. Вот как бы идея. Подключи. Здесь уже все в заводских условиях подключено. То есть оператору абсолютно ничего не надо сделать, только подключить разъем в подвале и на этаже подключить абонента. Такие боксы, да, это не серийные боксы, вот, то есть их как бы выполнено было их в ограниченном количестве, там под определенный проект, но не в Украине, это все было в 2013 году в Москве строилась сеть, причем строилась очень интересно. МГТС, московский этот оператор, вроде как нашего Укртелекома, да, решил поменять полностью сетку, то есть вытащить длинножильные кабели полностью из домов, причем брали спальные районы, совсем как бы не богатые. Вот, я, кстати, ездил, смотрел, интересно было там. То есть всех бабушек, дедушек порезали, повытаскивали эти фиксированные все телефоны, да, еще с номеронабирателем, ну, и поставили оптику. Все, то есть теперь как-то бабушка разговаривает, хотя она абсолютно... Да. Ну и типа сказали, что, насколько я знаю, первые там несколько лет как бы абонплата не будет повышаться. Ну, наверное, уже подняли до небес эту абонплату по оптике. Вот. Но кардинальное, да, решение. Вот именно использовали такие боксы, это вот почему-то решило МГТС использовать такой. Да, в принципе, удобный вариант его. В чем удобен, да? Во-первых, можно здесь поставить сплиттер на этаже. Здесь сейчас не сплиттер, здесь так называемый, тоже, чтобы вы понимали, что тут может быть, многоволоконный такой коннектор. Тоже технология достаточно старая, но просто немногие о ней знают и слышат. Называется технология MPO. Это когда у вас в одном коннекторе по своим, видите, габаритам, он как обычно SC, да, коннектор, то есть здесь может быть 12-24 волокна в одном коннекторе. То есть технология достаточно такая серьезная, тяжелое изготовление, вот, очень нужно там четко выдерживать все размеры, вот, но тем не менее она существует давно. Где нужно минимизировать, скажем так, размеры, а получить большое количество волокон, в общем-то, имеет место. Вот. В Москве же делали, здесь MPO не было, был одноволоконный кабель, вот простой, вот такого же диаметра, да, а здесь стоял сплиттер на этаже.
примеру, если 8 абонентов ставили, они 8 на 8 делений, 4 на 4. И все. И вот этот шнурок дергали в подвал и там подключали, там стоял только в железном корпусе антивандальный такой ящик. Ну, вот. Ну это опять же наш данный менталитет, у нас тоже многие смотрят, что это ж любой может быть ударить молотком и развалится, да, что делать, этажный. Вот. Но в принципе, что и металл можно развалить, если было бы желание. Вот. Но я знаю, вот, звонил, кстати, там, с представительства Тайка, эти боксы, что с ними, в принципе, стоят на этажах, ничего. Ну, порисовали там фломастер. Вот вам. А до этого говорили, что нет, только металл, металл. Просто. Как правило, да, заранее себе придумывают какие-то проблемы. Вот. Так что робот может. Решение робот. Поэтому все идет к тому, что любые устройства, будь то муфта или панель или бокс, все уже идут с прединсталированными какими-то вещами. Вот. Особенно это актуально, может я лично покажу потом позже, для коттеджных городков. Там вообще это прекрасное решение, поскольку ну, в коттеджных городках вообще как бы, сеть интересно строится, то есть вешаются специальные устройства распределительные, которые как бы должны уже заранее быть подготовлены к подключению абонентов. То есть они уже должны быть развалены на 100%. Вот. Потому что каждый раз лезть на стол, подключать там, одного, один дом, да, потом он отказался его отключать. То есть это в общем-то, достаточно тяжело, все должно быть, вот бокс готов. То есть простым движением воткнул и подключил. Выткнул, отключил. Все. Никакой сварки, никаких вот этих переключений там не происходит. Вот. Ну и чуть-чуть подробнее по кабелям расскажу. Я уже немножко начал, да, говорить. То есть основная задача этого кабеля иметь свободное размещение волокон под общей оболочкой. Чтобы мы могли, к примеру, вот схема, как это происходит. Как я и говорил, да, он прокладывается по всем этажам, полностью с первого до последнего. Вот. На каждом этаже делается надрез в этом кабеле. Вот. И, соответственно, мы берем, ну, к примеру, на втором этаже нам надо вытащить волокно там, какому-то абоненту. Соответственно, на третьем мы его режем в этом кабеле, да, и со второго этажа начинаем протягивать на второй этаж. И все по длине, как бы там вполне хватает. Если не хватает, мы можем на четвертом, на пятом обрезать это волокно и вытянуть его на второй. В зависимости от того, какое расстояние у нас долго. И все. То есть мы вытаскиваем это волокно, дальше ставится самый простой вариант. Это вот такое устройство, которая просто, ну, по сути, висит на кабеле и служит для того, чтобы просто безопасно вытащить вот эти волокна куда-нибудь. Это самое дешевое такое решение, которое вот, ну, в общем-то, достаточно многие заинтересованы этим решением. Не ставить никаких боксов, ничего, просто поставить такую защитную муфточку и абоненту прямо бросить этот кабелечек. А дальше что угодно. Можно его подварить, можно его поставить на механический коннектор. То есть там вариантов несколько. Вот то, что. Значит, кабели. Вот, кстати, на слайде, как оно все делается. Вот, ставится такая штучка, да, на каждом этаже. Делается вырез, подтягивается волокно, сверху обрезается это волокно и вытягивается просто из кабеля. Дальше идет все кабель. Такие кабели у нас есть на 12 волокон, 24 и 48. Стандартное как бы, решение таких кабелей. Дальше тоже немаловажно знать кабели абонентской разводки. Тоже существует много типов. Как правило, в общем-то, ну, операторы используют просто стандартный пачкордовый кабель. То есть это самое простое решение, ничего такого сложного и дешевое. Вот, покупают просто бухты этого кабеля дальше. Подваривают, либо садят на коннекторы быстрого монтажа. Но, опять же, это если хорошо, у вас нету каких-то резких поворотов
да, по трассе к абоненту, нету каких-то узких каналов, где его надо затягивать. Вот, если он просто идет у вас по стене, без всяких преград. Если же уже появились у вас какие-то узкие там каналы, либо повороты по 90 градусов, ну этот не выдержит волоточку. То есть его вокруг стола даже уже не намотаете, потому что волокно другого стандарта идет. Вот, G652, слышали, да? То есть это стандартное волокно, которое используется в оптических кадрах, линейных, любых, да? В FTTH сети используется другой тип волокна, который нечувствительный к изгибу. Это G657 называемый. То есть оно позволяет вам прокладывать кабель через углы 90 градусов, то есть ну, с диаметром изгиба, к примеру, 5-7 мм вы спокойно можете его прокладывать. Совершенно другой стандарт. В принципе, волокно то же самое, оно совместимо и с обычным, то есть оно варится спокойно, то есть никаких вопросов нет. Вот, но как бы за счет каких-то присадок то есть, там, делается такое волокно, что оно действительно нечувствительное вот, к этим всем приемам. И поэтому кабель абонентской разводки используется именно это волокно. Еще в чем особенность кабеля абонентской разводки, они должны выдерживать натяжение. Натяжение, как правило, ну, может быть не сильное, ну, достаточно 300 ньютон, да, для того, чтобы как бы, протянуть через какой-то узкий канал, ну, вот, имея какую-то заготовку. Поэтому эти кабели усилены, скажем так, конструкцией. В чем это усилие происходит? В том, что у вас, кроме того, что у вас оболочка достаточно жесткая, еще и каждое индивидуальное волокно имеет свое кевларовое покрытие и тоже оболочку достаточно жесткую, чтобы нельзя было его порвать. В таких вот кабелях, конечно, такого нет, и, соответственно, на растяжение они достаточно чувствительны. Вот. Дальше. Да, опять же, бывает 1, 2, 4, тоже в зависимости как. Ну, как правило, к абоненту приходит одно волокно, но бывает, как бы, вариант, что и два волокна, и четыре нужно провести к абоненту. Различные варианты. Ну и все, вот это семейство, просто по названию, чтобы понимали, вот есть и одно волокно, вот оно такое видит, обычный кабель, два волокна, четыре, и пошли уже данные кабели, 12, 24, 48 волокна. Вот это все, все семейство, которое мы предлагаем кабелю абонентской разводки. И на мой взгляд, то есть тут брать какой-то дешевый китайский кабель, наверное, не стоит, ну, во-первых, когда кабели китайские, сильно дешевых тоже нету, узнавали. Есть, конечно, много производителей, но по цене достаточно серьезно стоят. То есть нужно брать качественный кабель, качественного производителя хорошего, потому что это, в общем-то, важный этап строительства, подключить качественный абонент, чтобы потом не бегать каждый день, менять эти кабели и это делать. Вот тут экономить нельзя. Сам коннектор уже с прединсталированным разъемом, волокном. То есть внутри уже стоит обрезок волокна здесь. Значит, сама фирула уже полностью подготовлена. То есть не надо вам не заливать, как другие коннекторы есть, эпоксидкой, потом выписывать восьмерки его. Шлифовать, то есть все уже туда то. По сути, это механический соединитель, но на основе коннектора. Да. Идея монтажа простая, я сейчас покажу видео. А потом мы сможем, в принципе, реально любой, кто захочет, можно смонтировать. Да, по инструментам, да, там, в принципе, мусочка. По инструментам, сейчас я хочу сказать, что нужно, да. Ну, стандартный набор монтажника, тут ничего особенного нет.
Понятно, нужен стриппер, чтобы снять оболочку. Вам, понятно, нужен обязательно спирт, чтобы протереть волокно. Тоже, опять же, стандартный набор. Понятно, тут нужен скалывать. Обязательно нужно скалывать, ну, потому что ну, без скалывания ну, нет такой технологии, чтобы нам просто ввести волокно, вот. Обязательно ножницы по кевлару, вот, поскольку ну, кабели бывают разные. Как правило, во всех кабелях существуют кевларовые линии абонентской разводки. Поэтому обычными ножницами вы не сможете срезать. И все. То есть вот по сути это набор. Дальше это у вас непосредственно в наборе есть соединитель. То есть сам соединитель и специальный такой инструмент, грубо говоря, там, шаблон. Ну, вот, ну, в принципе, можно без него, я знаю, как бы в том же Тирасполе люди как бы, его уже не используют. Это на первые разы, вот, когда монтажнику как бы, сложно сразу определить нужную длину да, для разделки, для скола. Поэтому такой вот есть шаблончик, чтобы четко вы его могли вставить в скалыватель, сделать скол. Процедура простая инсталляции, то есть удаляется непосредственно с него концевик, делается просто надрез. Кевлар, заметьте, не снимается, потому что у нас остается, да? Тоже опять же снимается 900 микронная оболочка до 250 микрон. Дальше с помощью вот такого вот устройства фиксируется. Да, в чем тут, для чего вообще это устройство? Оно совместимо со всеми скалывателями, которые производятся. То есть тут же Куров, Рукава, без проблем. То есть тут он вставляется вместо площадки прижимной для волокна. В любом скалывателе. Да, дальше вот четко по краю этого устройства, значит, мы должны делать, снимать оболочку уже до голого волокна. Ну, это стандартная проверка, то есть это как бы, ну, на практике никто так не делает, понятно. Вот, ну, тем не менее. То есть вот стандарт, ну, это тайковский показывается, вот тайковский там, особенно там скалывать. А если плохой скол, все по-новому? Да, ну это многоразовый соединитель, поэтому вы можете его. Опять же, вы так скол не увидите, да, на глаз. То есть вы когда ставите его, вот, любой другой скол. Вставляете его, меряете, если у вас плохо получается, то есть опять же его раскрываете и переделываете скол. Ну и дальше сам соединитель. У него есть тут ключик такой, называемый. Беленький. Тут вот главное вот здесь вот самая особенность такая вот, что монтажники очень бывают, что руки трясутся, это тяжело. Вот, поэтому, здесь видите, с небольшим таким они изгибом заводят, да, то есть, чтобы он уперся до конца. А дальше уже выравнивается и, соответственно, нигде он уже там поломаться внутри не может. Дальше уже жестко просто это все соединяется. Врезается кевлар. По характеристикам, в принципе, достаточно неплохие у него характеристики, ну, вот, соизмеримые с заводскими. Вот. Главное правильно сделать скол, ну, вот, и аккуратно вести, чтобы не поломать вот, это самое такое тонкое. Но опять же, это с первого раза оно может тяжело, я тоже как бы недавно тоже попытался сделать, для этого не делал. Вот. Ну да, вначале как-то оно все. Не секрет, цена. Цена у него, я не секрет.
лет, я просто сейчас точно не помню, там, ну, порядок, порядка, может, там, доллара, может, меньше. То есть один коннектор, один доллар, да? Да. Там, это я грубо, я могу посмотреть потом. Не, ну, то есть достаточно. Четко, да. Так это именно LC? Нет, это только под SC. SC? Да. LC нету их, как бы, ну и, я не знаю. LC просто сам меньше гораздо, поэтому, наверное, сложное изготовление. Ну, предлагаю только SC. Понятно. Причем SC есть и обычный MPC, и угловой. То есть тоже волокно, соответственно, тут будет под углом сделано. Ну, угловой вот чаще, конечно, для FTTH используется угловой. Потому что бывает, что видеосигнал да, там, например, сонная жидкость, ну, в любых, как бы, нет, он не сухой. В любых соединениях механических присутствует инерционка, в любых. Другой вопрос, что если какие-то соединения не очень качественные, то инерционка высыхает со временем. То есть это как бы болезнь как бы, многих соединений механических. Вот, здесь же это все запаяно в колбе, там, которая как, в общем-то, со временем, если он закрытый, там ничего как бы не происходит. Смотрите, можно или перерыв сделать, и потом по монтажу поиграться.